Хейшки, ребятки, с вами Лекс. Мы сегодня опять-таки продолжаем играть в Бурито Бизон. В данный момент у нас, ребят, как вы помните, сражение с этим медведем. Кстати, мы ему почти все хп выносим. Но с двух ударов, я думаю, он ляжет. С двух ударов, в принципе, должен лечь уже проиграть. Я не знаю, ну посмотрим. То есть я как бы не утверждаю, но сейчас проверим. Так, окей. Оп. Где все улучшатели? Где все самые крутые бусты? Нету. Копов, ребят, тоже убить тяжело. Это надо в них целиться, постоянно их видеть. Не знаю, с такой скоростью летишь, даже не успеваешь обратить внимание на копов этих. То есть мне нужно именно попадать своей способностью по копам. Это те, кто с ловушками, если вы не поняли. Это у нас и есть копы. Так. Ну ладно, давайте попробуем в этой все-таки миссии. Не в этой миссии, я имею в виду сегодня, именно на этом видео. Все-таки избить всех этих копов. Нам нужно 7 штук их избить. Я думаю, что если постараться именно акцентировать внимание именно только на этих полицейских мишках, то, в принципе, можно спокойно затащить. Так, ну я думаю, мы дойдем до стены, но проблема в том, что дальше-то мы дойдем, нет? Вот в чем прикол. У нас сейчас, в принципе, будет перец в любом случае. Блин, нету усиления. Говно. Так близко был к этому чуваку и все равно не пролез. Не, здесь видите, в чем проблема. Меня замедлила вот эта вот вся жижа внутри торта. Окей, давайте дальше. Давайте все-таки, да, акцентируем внимание только... Хотя давайте вот, пока мы за этого чувака, нужно использовать его способность и стараться летать. Стараться летать именно. Хорошо. Ну он круто вообще делает. Мне нравятся его способности. Но не, все равно. Фиг попадешь. Нормально. Очень тяжело попасть. Может быть, у меня реакции не хватает. Может быть, вы всегда попадаете с первого раза, но я, видите, не получается у меня в эти бочки нормально попасть. Окей, ладно. Не долетели ни до того, ни до этого. Ну ладно, хотя бы взорвем себе. У нас сейчас ни перца нет, ничего нету, то есть в любом случае мы проиграли. Вот, видите, там цифра написана, я только сейчас обратил внимание, потому что в основном я обращаю, ну, то есть смотрю во время игры на самого этого чувака, на гонку, не на эти иконки. То есть, если вы думали, что я обращаю внимание еще на иконки, и когда вы не играете, да, вы обращаете внимание почти на все. То есть вы, возможно, и обращали внимание, что там еще и циферка вот эта падает. Блин, всех пропустил. Так, так. Блин, все равно. Ох, тяжело. Мишку мы убили. Блин, вот надо было копа сейчас валить. Блин, да даже не попал, да все. Я понял, надо переигрывать. Надо переигрывать все-таки, если я хочу копов завалить всех. Так, ладно. Оп. Оп. Отлично. Бэнк. Первый коп есть. Ну все, я думаю, это последний был. Первый и последний коп. Ну хотя бы так даже сделаем. Ну неплохо. Все равно неплохо. Долетел дальше, чем думал, потому что долечу. Ну что, стараемся опять-таки все. Копов валить, потому что у нас такая миссия есть. 7 копов, и мне должны дать вроде бы 2 карточки. На! То есть надо концентрировать внимание именно на то, на том, что попадутся копы. Блин, ну они так все пролетают, конечно. Здесь фиг кого увидишь. О, пиньята. Неплохо. Вообще, ребят, я не знаю, возможно ли вообще попасть при такой скорости в тех, кого вы хотите попасть. Ну вот, в принципе, скорость сейчас нормальная была. Сейчас было видно. Блин, пролетел мимо. Стоило, наверное, в него попасть. Вот, ну, две уже ошибки совершил. Там как был вот этот механический, так и этот был.
шарик вот этот, на котором мы прыгаем. Столько пропустил, конечно. Эх, ну потому что копов ищу, вместо того, чтобы нормально играть. Нет, шарик, подожди. Ну ладно, хотя бы пиньяту откроем. Взорвалась. Хорошо. Ну, еще пиньята. Ну окей, поглядим, что там такое. У-у-у, скидочка. Ну ладно, ладно. Ребят, сегодня, видимо, много пиньят у нас будет. Еще скидочка. А, все, да? Ну лады. Это все, к сожалению. Ну окей, даже это радует. Так, что у нас за скидочки, ребят, были? Давайте посмотрим. Так, ну и на этого медведя... Да, спидометр обязательно, ребят, качаем, потому что это довольно-таки дешево и сердито. 425 тысяч. Я считаю то, что неплохо. То есть, пока скидка есть, взять за 425 тысяч этого чувака. Это отлично. Так, ну чё, дальше идем тогда. Идем тогда, получается, дальше. Бэм! Уи! Уи! Так, выше взлетаем. Офигенно. А, я прошел! Я вот только сейчас заметил, что я прошел. 2500, ребят, наконец-таки, без урона. Я офигеваю просто. Ну, тяжело, действительно, тяжело, тяжелая вот эта тема. Без урона получить 250 тысяч. Ой, 2,5 километра пролететь. Офигенно. Наконец-таки я это сделал. На самом деле, устал уже, устал. Там еще какая-то миссия, кстати, у меня появилась уже давно. Я что-то не прочитал, что за миссия. Надо бы сейчас посмотреть, ребят. У меня, кстати, сейчас и черри есть. Перчик, чили, чили. Так что, в принципе, нормально. Так, ну да, я, в принципе, не долечу уже ни докуда. Если мне что-нибудь сейчас не выпадет интересное. Оп, эй, не, уже не выпадет. Так, сбей в общей сложности 10 мишек карьеришек. Три карты дали. 50, 35 и... двойное песо. Офигенно, офигенно. А, поймай мешок с баблом, приклеп пера и затем раздави его. Вот в чем прикол. То есть мне как-то нужно задавить, ребят, того медвежонка, который бежит передо мной. То есть я всегда замечал то, что когда мы берем вот этот вот шарик, передо мной бежит мишка. Я не знаю, как его раздавить можно, потому что он слишком быстро бежит. Может быть, мне скорость какая-то нужна, больше скорости. Ну, в данный момент это все довольно-таки тяжело выглядит. Окей, в принципе, сейчас мы завалим... Скоро завалим, не сейчас, примерно. Этого зайца. Вот видите, он бежит за мной. Я не знаю, как это можно сделать. Не за мной, точнее, передо мной бежал. Так, окей. Окей. Блин, просрал момент. Ну ладно, нормально все равно. Все, ищем полицейских. Мы уже двух, кстати, зафигарили. Зафигарили, зафигарили. Где же еще? Че? Че пусто-то все? Обычные медведи только бегают. Ну, необычные, мармеладные. Так. Вообще никого. Ни подрывников, ни копов. Воу! Офигенно. Я не знаю, вот как надо было все сейчас сделать это. Но выглядело это офигенно. Блин, даже чили нам не помог, ребят. Мы не пробили стенку. Сколько нам дали в итоге? 44 тысячи. Это, видите, умножение идет. Так, ну у нас, в принципе, 48 секунд есть еще и на использование удвоения песо. Я думаю, что мы сейчас его победим, этого кролика. Эх, обманул вас. Там немножко оставалось. То есть крит, даже с критом мы все равно не победили его. Жаль. Как-то можно догнать, ребят, этого чувака. Как? То есть, который на шарике у нас сидит до того, как мы его скинем. Как можно его догнать, я понятия не имею. То есть, что нужно сделать...
для меня вообще остается загадкой. Может быть, ребят, вы знаете, как нужно догонять, может быть, как-то быстро надо нажимать, использовать этот шар. Напишите мне, ребята, если вы знаете. То есть я не понимаю все равно. О, пиньята еще одна новая. Так, хорошо. Бэнк. 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 Блин. Капелька оставалась. Ну ладно, нормально. Так, ребят, не получается у меня пиньяту забрать. Окей, давайте нажимаем сюда тогда. Окей, хорошо. Без проблем. Сейчас смотрим, что у нас вообще по деньгам выходит и так далее. И вообще по скидкам. То есть в данный момент у нас пока что одна скидка только присутствует. Это вот на этого супер крутого нового босса последнего. Но опять-таки не хватает, к сожалению, у меня денег для него. Не знаю. Делайте ваши ставки на то, что лучше будет прокачивать. Не ставки, а как сказать. Пишите в комментариях, что будет лучше прокачивать. Все-таки вот эти вот улучшения. Или все-таки ждать вот этого вот 12 миллионов и прокачивать вот этого чувака. По-моему, 12 миллионов это не так уж и много. Но то есть если постараться, можно будет спокойно, ребят, это накрафтить здесь. А на этом, ребята, я закончу. Надеюсь, вам понравилось. Если да, обязательно ставьте лайки, пишите комментарии. Не забываем подписаться на паблик ВКонтакте. Ссылки в описании и шапка канала. С вами был Лекс. Спасибо за просмотр. Это была игра Бурито Бизон. И все. Всем добра.